Да. В общем, бижа вам пригодится, скажем так. Он дурачок, что ли? Дело дальше квест. Само собой было дело дальше квест, да? Там что, тебе мешают? Да, у меня за ПВПшить хотят. Что за упоротый чувак? Как он туда попал вообще? Репорт его, репорт. Отправь петицию на боту. Да. Татухи мы тоже показывали в стриме, когда еще на той неделе. Поэтому можете найти информацию. У меня минус мораль сейчас, поэтому да, я даже полыхать сильно не буду, я просто немножко помолчу. Я в печали от этих мобов, которые агрятся. Блин, ну что за бред? Можно не мешать стримить, алло? Ты думаешь, он тебя так услышит? Напиши ему в чат. Просто... Ну что за... Сагрился на меня. Это, видимо, решили за меня отомстить. Да. Паучок, захватчик. Ничего такое. Ну, тренюка все равно приходится тратить. Ну, экспы не сказать, что много. Да. Ну, это я считаю, как бы вообще тупость полная. Тебя что, запокашили или что? Да. Ну, в принципе, спроси, кто это вообще? Что за ник хотя бы? Давай придадим ему позоры. Партизан. Партизан, а вот. Кстати, воин крысолюдов. Тот самый, который мне нужен, ослабленный маг защиты. Нормально. Нормально, и там выбил. Так, а теперь мне надо вернуться туда же и обойти стороной всех этих сраных стражей, как они обзывались? Старший без руин. Просто за 3 километра. Вы видели на стриме, я оббегал его, не знаю, за такое расстояние, что просто забей, но ему было плевать. Он сагрился и... Он мне дамажил, меня в принципе, видели там нюки, да, я сейчас покажу, сколько мне дамажил. 132, все, габеллы. У меня хп всего 379. Тренюка, я труп. Два крита, я валяюсь, как говорил. Так, ну еще эти монстроглазы, блин. Почему-то жесть. Бомбита синьорита. Не иначе. Вот и первый замес за спот. Блин, уклонение. Сейчас давай еще критани по мне, у меня вообще тут этот... Полыхать начну. Я пока еще спокойный. Да. Тяжко все это безобразие.